Всем привет, ребята. О, еще спят. Ладно, у них каникулы, мне-то на работу надо. А сегодня мы снимаем 24 часа, подписчики управляют нашей жизнью. Смотрите, будет интересно. Ладно, не буду их пока будить. Всем привет, ребята! Сегодня вы управляете нашей жизнью. Я уже давно встал, 3 раза вспотел, прошел, до сих пор спят. Итак, предлагаю разбудить их. Рота, подъем! Или нежно погладить по головке. Кто за рота, подъем, нажимайте «да». Да! Смотрим, ребята! Всем привет, ребята! Сегодня вы управляете подъем или нежно погладить по рота головке. Подъем, да? Рота подъем, нажимайте «да». Ах, вы злостные, 86% за рота подъем. Ну что, погнали тогда. Рота подъем! 30 секунд убрать кровати и пулей на кухню! А, папа, ты что? Что случилось? Что? Куда? Зачем? Папа, ты чего? А что, забыли, что вчера в Инстаграме говорили? Сегодня подписчики нашей жизнью управляют. Они проголосовали, чтобы я вас вот так разбудил. А, точно! Папа, а что на завтрак? Завтрак? Уже обед почти. А вот сейчас мы у наших подписчиков их и спросим. Не что на завтрак, а кто у нас будет готовить завтрак? Папа, я не умею. Ха, ничего, Ютуб тебе в помощь. Ну что, ребята, вот я их разбудил, а теперь голосуем. Кто готовит завтрак? Папа, Саша или Арсений? Папа. Ребята, вот я их разбудил, а теперь голосуем. Кто готовит завтрак? Папа, Саша или Арсений? Ребят, только не я. Ребята, пожалуйста, только не я. Саша, он блины умеет готовить. Ну, если я буду, то только овсянку. Все. Не, Саша, тогда уже лучше мы блины готовить умеем. Санек, когда уже буду кушать? Я уже голодный. Сейчас у папы спросим. Пап, когда кушать будем? Кушать, говорите, да? Сейчас проверим, во-первых, кто готовит, где наш Инстаграм. Что, пап, кто? Я не понял, а что-то я сделал. А тут правильный ответ только папа, что-то я тут наморозил. Нифига себе, мало того, что я лоханулся, так еще и 140 человек за меня проголосовало. А что же Арсенечку нашего не хотели готовкой-то загрузить? 37 человек всего. Папа, так это ты виноват, ты готовишь. Да, ладно, сами будете сторис делать и вот эту вот всю фигню добавлять, а то я надобавлялся. Ну ладно, овсянка так овсянка. Блин, точно, овсянка. Мало того, что встал раньше всех, уже там на работу съездил, еще и сам себе завтрак решил приготовить. Масло добавим, чтобы есть было возможно. Пацаны, готово! За стол давайте! Пошли, Санек, овсянку есть. Пошли. Хорошо, хоть масло положил. Я бы мог и без масла сделать. Следующий пост вы готовите. Что мы будем делать и куда мы идем? Фу, пап, какая она противная. Ненавижу овсянку. Сань, с тобой согласен. О, пап, придумал, давай у ребят спросим, пойти нам в кафе и остаться дома, а то я не наелся. Наелся, не наелся. Полезная каша. Ладно, только сами пишите, а то я сейчас наделаю там что-нибудь. Ребята, мы совсем не наелись. Как вы думаете, пойти нам в кафе или остаться дома? Голосуйте. Пап, ну что, поедем? Куда поедем? Кто готовит обед? Ладно, я уже сам есть хочу. Давай смотрим. Идти ли нам в кафе покушать вкусной еды? Да, 93%, нет, 7%. Ура! Yes! Поехали быстрее. Собирайтесь, погнали. Спасибо. Какой вкусный супчик, папа, не то, что это овсянка. Да, папа, совсем не то, что овсянка.
Ай, красотень. Пап, поехали куда-нибудь съездим. Точно, Санек, давай. Кино, например, или батутный центр. У нас сегодня подписчики управляют нашей жизнью. Ну что, спросим? Давай. Ну что, ребята, мы покушали, а сейчас у вас спрашиваем. Дальше мы двигаемся в кино, либо в батутный центр. Пишите. Ой, ну что, с сытым пузом куда? Я бы лучше в кино какое-нибудь посмотрел бы. Нет, папа, батутный центр. Ребята, пожалуйста, только в батутный центр. Ребята, я тоже хочу в батутный центр, только не в кино. Ладно, смотрим, где у нас. О! Ехать в батутный центр, да, 84%, нет, 16%. Ой, сейчас селедка назад вылезет. Ладно, погнали в батутный центр. Ой, ну и как вы сейчас прыгать будете, расскажите, с полными животами. Ну ладно, мы минут 20 ехали. Ну все, я уже буду прыгать. Как ты сейчас прыгать будешь? Мы минут 20 всего ехали. У тебя сейчас вся еда назад выскочит. Не ребята вы... тоже удружили, проголосовали. Не боись. Ну ладно, пошли. Один. Кусочки у всех детей есть? Да. Так. Ну, ребята, вы как хотите, я-то точно не хочу там селедка, чтобы у меня хвост вылез назад, а? Хорошо. Держи. Раз. Два. Ё-моё, я уже сам вот тут сидя в стуле прыгаю, сколько скакать можно? Короче, ладно, они пусть прыгают, а я собираюсь в гости. И это не будет обсуждаться. А вот что нам брать? Сейчас спросим. Сосиски? Колбаски? Шашлык? Колбаски, шашлык, ладно, два варианта. Все, спрашиваю. Короче, ребята, после вот этого всего прыгания, я однозначно решил, что мы сейчас поедем в гости к нашей куме. А вот что нам брать? Шашлык жарить, колбаски жарить. Если шашлык, ставьте «да». Если колбаски, нажимайте «нет». Ну, минут 30, я думаю, хватит для голосования. Давайте, клацайте там. Так, все, я пошел их звать. Я уже не могу больше. Саня, Арсений, все, давайте, поехали в магазин. А там решим, что мы покупаем, колбаски или шашлык. Давайте, бегу вам уже. Пошел, поехали, поехали, пап. Ну что, пацаны, вот и магазин, у ребят был целый час. Они там, что хотите, во-первых? Колбаски. А ты? Тоже. А как думаешь, что ребята нам выбрали? Колбаски. Ну давай, смотрим. Так. Где у нас последнее? Ха! Что пожарить? 91% из 107 человек. Короче, 90% за шашлык. Хотя я тоже хотел колбаски. Ну ладно, пойдем покупать шашлык. Сегодня подписчики управляют нашей жизнью. Что делать? Ай, как пахнет! Я уже даже шашлык готов проглотить. Хотя хотели колбаски. Пап, я уже будет готов. Я уже очень голодный. Уже почти готово, вот буквально минуту. Даже шашлык, наверное, зайдет на ура. Пошли, папа, уже кушать, уже точно готов. Да, ребята, вроде готов. Ну а вы были на канале Брос Шоу. Это, ребята, у нас первый такой опыт с подписчиками, которые нами управляют. Давайте так. 20 тысяч лайков, и будет продолжение. Мы уже там побольше что-нибудь придумаем. Так что давайте, лайкусики, лайкусики. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Шашлык сейчас просто разлетится.
И про этот самый Инстаграм не забываем. Вот он тут, вот рядом. Нажимайте и подписывайтесь.